Ярче, чем алмаз. Самарские ученые ищут то, чего в природе еще нет. Новое соединение углерода по своим характеристикам должно превзойти драгоценный камень. Наши физики предсказали, по крайней мере, 6 таких веществ, которые, правда, к сожалению, немножко уступают по твердости алмазу. Зато, например, превосходят его по прозрачности. То есть, в принципе, вот как теория предсказывает, такого рода кристаллы должны блестеть ярче, чем алмаз. Не только алмазами заняты головы самарских исследователей. Есть среди разработок и более востребованные в повседневной жизни материалы. Например, новые соединения, которые помогут модифицировать батарейки. Роман Еремин трудится над проектом не первый месяц. Из сотен вариантов ищет тот единственный, который поможет продлить жизнь батарейкам. Но если удастся разработать, найти какой-то новый электролит, именно, то есть твердотельный электролит, думаю, что характеристики главным образом и процедура приготовления, изготовления этих батареек вот поменяются. Циклируемость батареек можно ожидать, что поднимется, если использовать какие-то другие соединения. Безопасность. Самарские исследователи не гонятся за секретами западных коллег. Считают, что надо создавать свои ноу-хау, чтобы другие страны тянулись за отечественными учеными. Тем более, что возможности для этого есть. На вооружении у самарских ученых самое современное оборудование. Этот суперкомпьютер выполняет 20 триллионов операций в секунду. Для сравнения, обычный компьютер в 1000 раз медленнее. Научный центр существует 2 года. За это время ученые сделали десятки предсказаний по созданию новых материалов. Все свои прогнозы самарские ученые размещают в специальной электронной базе. Любой исследователь может воспользоваться ими и попытаться создать новый материал. Каждый из таких открытий может стать настоящим прорывом в науке. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.